Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Так, давай-ка глянем, что у нас за задание. Так, продать что-нибудь, понятно. Тут у нас испытание дня. Дай зомби себя оглушить. Голова кружится, дай зомби себя оглушить. 5 раз, блин. Как-то, ну вот не в тему, если честно. Не хотелось бы мне этого всего, но а что поделать. Ничего ты не поделаешь. Так. Ну что, у нас зомби найдены. Побежали. В плане. У нас все здесь. Блин, подожди, а почему именно на болоте я? Почему на болото? Я все тарелки вызвал. Ладно, не имеет значения. Так, подожди. Тут я уже забыл. Ага, вот так вот. Ну вот я и дал себя оглушить, блин. На свою голову. Есть. Но это был только разочек. Ать. А вот это не считается, ребят. А вот это вот не считается. Значит, нужно именно только от зомби, да? Хорошо. Кто там у нас? Да ну, не уйдешь, паразит. Не убежишь. Я же говорил, не убежишь. А ты мне не поверил. Так, и получается вот здесь. Так, желтопуз. И последним будет у нас мелкий, мелкий дрищ. Все. По красоте, друзья мои. Но оглушить меня может только лишь этот охламон, который бросается молотками. По-моему, больше никто. Удвоение. А оно будет работать? Так, ну что, друзья мои, отработали мы по рекламе. И теперь давай-ка мы, наверное, загружать. Сюда. Так, получается, сюда зарядим. Ну и получается, сюда. Так, у меня 3 банановых еще, оказывается, есть. Точнее, дыневых. Хотя, на самом деле, это арбуз. А что, этих мы уже все выдавили, что ли? Лихо. Так, слушай, а нам же нужны. Да, друзья мои, я теперь понял, почему мы с тобой на болото все ловушки поставили. Нам нужен жиробас. От жиробаса сейчас очень многое что зависит. Вот оно что. Беда. А жиробас такая редкость, если честно, чтобы он тебе выпал. Как вы мне, птички, дороги, а? Летучки эти, летучие мыши. Так, ну что, давай сделаем таким вот образом. Синька-чмо. Так, а здесь? А вот и жиробасик. А вот и жиробасик. Ты-то мне как раз и нужен. Все, ребятушки, идеальная победа. Ассистент капканчика продвигается дальше к своему супер-пупер названию. Ну что, я тогда жиробаса сейчас в первую очередь заряжаю. Пускай его там деребанят. Так, а нам нужно... Нам нужно таких 3. Да. Ну что, зомби найдены, погнали. Мы, кстати, можем с тобой пойти на бонусный этап сходить. Но почему бы и нет? Ловить зомби, конечно. Конечно. Зачем я сюда пришел? Чтобы на них любоваться? Нет, ребята, чтобы их ловить. Вопрос в том, кто вот, например, тут. Слишком шустрый. Мало это тебе не показалось? Вода? Пью. Ну что же, блин, под водой это мне... Слушай, а вот это что такое? Вот это мне не нравится. Чё-то бы их побрал, а?
Слушай, если, например, вот так вот выкину. Я не понимаю, почему не засчиталось же. По идее, он же как бы меня оглушил. Ах ты! Есть! Слушай, они тут быстро как-то двигаются. Я даже порой не успеваю за ними. А это что за Патрик еще? Есть. Блин, ребята, а как-то вот теперь ловить? Ай-яй-яй-яй-яй, вон он. Так, если мы потихонечку. Есть. Изи катка, друзья мои. Фул контакт. Да-да-да, зомби пойманы. Абсолютно все. Нормально. 100 плутона у нас, а нам нужно 380, если я не путаю, чтобы купить нам новый дрон. Что-то долго из него давит, конечно, соки. Очень долго. Так, а я могу, двух шляпников еще зарядить, кстати. Пошли, дальше ловить. Так, у нас вот здесь еще. Слушай, это... А, это камуфляж. А что делает этот камуфляж? И... Если сказать, что я... Типа притворяюсь, что я веточка, ну, не особо похоже. Давай с этого начнем. Не особо похоже я на кустарник какой-нибудь, да? Любой тупоголовый зомби, самый дешманский, раскусит меня. Да как ты... Господи, не могу даже подбить уже летучку эту, а? Ну-ка. Да хорош ты орать-то уже, а? Кричит он там. Желтопуст, ты что, оборзел, что ли? В бак мусорный спрятался он мне. Посмотри-ка на него. Так, вот здесь вот будет, наверное, сложновато, да? Жирный. Опа, красавка. Жирный нам нужен. Ну, парень не успел, так что извини. И последний. Но он меня оглушил. Хоть он и попался, но он меня оглушил. Кстати, как вариант, да? Можно дождаться. Но это, конечно, доли секунды, чтобы в тебя летит молоток, и ты в этот момент тоже его ловишь. Сложновато будет. Можно, как говорится, немножко и проворонить. Так, ну что же, мы с тобой набрали еще один, но... А что, этих уже выдавили, что ли, нет? Не, давят еще. Так, синюхи. Ну да, синюхи поставим. И желтых. О, у нас денег 26 тысяч. Мы можем с тобой... Секунду. Подожди-ка, а мы же можем, по-моему... Нет, не можем. А с чего ты взял, Рейч, что ты можешь... Что-то там себе купить. Приглючило, видимо. Ладно, фиг с ним. Так, 17 штук у нас есть. Я могу... Общая прибыль 800. 800 и 800. Фигу. Во, вот это вот, вот это уже получше, ребят, прибыль. Две 400... И 5000 у нас на кармане, да? 5000 на кармане. Так, через 20 секунд, ребята, у нас найдется новый зомби. Сейчас пойдем за ним. Так, а здесь 14 штук надо, да? Ну, главное, что жиробас, да? Нам нужен просто еще один жирный, ребята. Если мы находим с тобой еще одну жирную, то мы это задание сделаем. И, в принципе, перейдем на следующий уровень.
Но это если мы его поймаем. А он, как ты видишь, не так уж часто и выпадает. Сейчас я тут сбегаю и вначале разберусь с мухами, с этими летающими. Так, вроде бы тишина. Ну-ка. Синька чмо. Так, 7 зомби здесь будет, да? 7. 7 зомбиков. Желтопуз. 5, синька. Так, а вот здесь вот аж целых 4 зомби. Да ладно. Вот это фарт. Вот это фартануло, друзья мои. Все, мы с вами нашли. Это я специально так сделал. И последний. Так, мозги кончились. Так, и последний. Синька чмо. Ну, в принципе, ребята, все идеально. Мы поймали их. Теперь можно убирать всех дронов именно с болота. Потому что жирного мы с тобой нашли. То есть два жирных у нас есть. Это 60 продуктов у нас будет изготовлено. Так, секунду. Сюда заряжаем. Шляпники, да, у нас. Ну да, у нас 4 шляпника. Сюда зарядим тогда. И что же я хотел сделать? А, я хотел убрать дроны с болота. Вот этого, например, отправлю на пляж. А, у нас и босс уже готов. Давай, наверное, этого тоже на пляж. И попробую, ребят, поймать босса. Но опять же, это бабка, блин. Тут главное, ребята, настроить гарпун. Да в плане, блин, ну. А мы можем как-то быстрее ехать или что? Идиотизм какой-то полный, а. Да ты посмотри. Да ладно, неужели? Да ну ты чё? Да ядрён ты, матрён, ну. Нет, ребята, вообще по-дебильному все получилось на самом деле. Да не поймал я ее. Сдаюсь, конечно, какой продолжать. Мне Плутон нужен, я не собираюсь его просто так тратить. Так, здесь 8 минут ждать, здесь 11 минут ждать. Что-то как-то долго ждать нам придется. Ну, в любом случае, мне надо будет жирного сейчас перемолоть. А это тоже сколько там времени? 2 минуты. Зарядить следующего, это 8 минут. И еще потом следующего, это еще 8 минут. Итого 16 минут. Ну, 20 возьмем, даже так округлим. То есть полчаса, блин, ждать. Ладно. Так, там переработка идет, идет. Тут уже все, ребят, почти их докромсали. 50 секунд остается. Тут вот 38 минут. Офигеть. 38 минут давит. А вот тут тогда сколько их будет давить? Потому что прибыль 2400. Если здесь... Сколько? 640 идет, да? Так, ну ладно, ребят, давайте тогда подождем 5 минут. Найдем зомби и пойдем ловить. Так, друзья, ну что, зомби найдены. Жирный уже отжимается вовсю. А мы с тобой бежим. Бежим, сломя голову, ловить очередных маленьких противных зомби. Так, подожди, давай-ка я, наверное, сделаю по-другому. Просто для начала проверим обстановку. Обстановка по кайфу. Вот так вот. Обоих. Так, здесь кто у нас? И опять жирный. Везуха-то какая, ребят, а? Просто везуха. Хотя он нам уже и не нужен, но мало ли.
в будущем понадобится. Синий, ты не уйдешь. Просто, вот просто не уйдешь. Блин, мне надо, ребят, чтобы меня два раза еще кто-то оглушил. Но так не хочется, блин, фейлиться, если честно. Потому что я же могу и не поймать зомбаря. И он убежит. А если зомби убежит, значит дохода нет. Так, что у нас тут? Смотри внимательно, мы можем... Фу, тут еще долго будет отжим идти. Вот, кстати, вот этих вот у нас очень редко почему-то, ребята, появляются. Да, согласитесь, вот эти вот мелкие, они очень редко появляются. Так, тут 3 минуты еще отжимать будет, даже 4. Подожди, я что-то не понял. У меня моргает, что зомби найдено, а я даже... Зашибись, ребята, у меня ни магазин не работает, ни этот. Прикинь? Хм. Заработало. Ну что, пляж. Блин, пляж, конечно, это, ребята, с одной стороны, хорошо, но тут такие зомби, блин, противные. Которых еще не поймаешь, блин. Особенно я... Да-да-да-да-да. Есть контакт. Да чтоб тебе, блин. Фью. Вовремя. Так, что мы можем тут сделать? Мы можем сделать следующим образом. Вот так вот, хоп. Куда разогнался, ага. Блин, якорь этот мешает столько мне. Да куда ты с своим динамитом, а? Почему-то мне кажется, что здесь будет... Ну, ты понял, кто здесь будет. Ну, конечно же, это она. Есть. В общем, я всех поймал. Ну, мы хорошо продвигаемся, кстати. Ну, как же так-то, блин, ну... Могли бы сделать, чтобы позволить-то одну. А они не сделали мне так, да? Не позволили. Так, 36 из 60 мы с тобой уже получили. Тут 2 минуты и тут 5 минут. Ну что, друзья, тогда придется нам теперь еще немножечко подождать и запустить последнего жаробаса. Так, друзья мои, ну что, последний у нас жаробас давится, а у меня последний забег на зомби. Я думал, что успею дождаться, пока жаробаса мы выдавим, но нет, ребята, уже времени много, мне надо бежать на прием. У меня прием у врача с 9, а время уже 20 минут, поэтому... Поэтому в следующей серии тогда апнемся, сегодня... Ага. Сегодня просто пока половим сейчас этих зомбарей, доловим и... Куда ты разогнался, птичка? Блин, получается, я и задание не выполню. Ну, я в плане... Так, дай-ка я, наверное, капкан здесь поставлю. Хочу просто глянуть, кто там. Да, здесь был обычный простофиля. А тут кто? Арбузного-то я сразу чпокнул. И этого тоже. Нет, ребята, что не говорите, это все-таки арбузный зомби, а не дыневый. Почему они назвали его дыневым, я без понятия. Но не похож он на дыневого. Просто не похож. Так, ну что, вроде бы все, да, получается. Нет, у нас еще, ребята, найдены зомби, но я уже не пойду за ними, потому что, ну, элементарно, действительно, ребята, не успею. Этих поставлю на отжим. Что меня пока не будет, они будут отжиматься все. Да. А я закончу на этом. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.